Всем привет, с вами Гури, это самый быстрый обзор турнира Star Ladder I-League Invertar Tuptych. И первая карта в этом выпуске — Na'Vi против OG Dota 2, где мы видим, как Na'Vi, словно лавина из прессованных танков с торчащими вилами, накрывают команду OG. Кровь, кишки, все, что нельзя увидеть в Доте, но можно спокойно представить после месячного марафона сериалов про маньяков или пары минут просмотра НТВ. Ну и в конечном итоге Na'Vi выиграли катку. Вторая карта опять про Na'Vi и Original Gangsta. И сразу мы видим, как Дитера покусал Фуриона, затем Na'Vi отхлестали Энигму и уже без чувства страха пошли забирать еще двух героев OG. А затем выиграли катку. Пиу-пиу-пиу, чик-чик-чик. Третья карта. Выше Gaming Reborn против Natus Vincer, где Дэнди неплохо иници... Короче, Шекл, 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 Шекл и Na'Vi выигрывают катку. Welcome на мою картинку. Четвертая карта. Na'Vi против LGD. Тут все просто. LGD не пушат. LGD пишут ГГВП. 14-я минута. Катка выиграна. Бабах! Пятая карта. Снова про Виши Гейминг Реборн и Na'Vi. Ну, тут классическая история о Na'Vi, куполе в трех человек, 60-минутной игре, отваги, чести, предательстве, верности, интриги и выигранной катке. Ну, а теперь о грустном. Ну, что сказать. Бывает. Топ-2 за Na'Vi на SLTV I-League Invertar Tuptych Onal. И еще, ждите нас на финалах Dream League и ESL One Frankfurt. Пока!